Ну что, любознательный друг, готов ли ты к приключениям? А сможешь увидеть волшебное в обыденном, рассмотреть сказочное в привычном и не побояться отправиться в заколдованный лес? Следуй за нами, ведь лес тут ни далеко и не близко, ни высоко и не низко, без проводника дойдешь, да сам не найдешь, потому что увидеть мало, нужно разглядеть. В стороне Богашова, аккурат где Вороновский кедровник, чуть съехав с трассы и всерьез поверив в сказку. Есть здесь гнездо дракона, тихий омут и мудрая лесная волшебница, которая проведет тайными тропами, подарит чудесный талисман и предложит надеть волшебный костюм, чтобы стать деревом. Но погоди пугаться, это не страшно. Ты станешь им на время, а потом сам удивишься, как неожиданно начнешь меняться. Лучше понимать язык растений и чувства животных. Прислушайся, природа уже рассказывает, откуда взялся лес, почему так необычно растут здесь деревья, когда их заколдовали, а главное, кто и почему пытается здесь все извести. Но нам пора дальше. По дорожкам и тропинкам, по цветочкам, по травинкам, распахивая двери, раскрывая секреты и здороваясь с каждым деревом. За мягкую ладошку пихты, за колючую руку ели и за длинные пальцы хвоинки кедровой сосны. А теперь смотрите. Видите? Лес расступается, выпуская нас из своих чертогов. На опушку, на волю, к домику лесной феи, где уже готовится чай из трав, сушатся ароматные коренья и хранится главная заповедь. Чтоб сюда нам приходить, лес тот надо сохранить.